Всем здорово, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA 5 Online с обалденной рубрикой «Битва воров». Всем здорово! И сегодня наша рубрика, чуваки, мы начинаем на огромной парковке возле пляжа и морского пирса, где мы с Пашей подготовили две довольно необычные и крутые коллекции байков. От самых лучших до самых худших. И напомню, что по правилам мы себе выбираем ровно три мотоцикла, чтобы на них воровать себе коллекцию тачек. И, кстати, ребята, давненько мы не выполняли различные челленджи, поэтому сегодня мы будем воровать не только тачки, но еще и лодки и самолеты. Поэтому, ребята, челлендж такой: воруем один наземный транспорт, один воздушный транспорт и один плавающий транспорт. И давайте проверим сегодня, кто соберет самую безумную коллекцию. Ну а я, чуваки, желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита и крутого позитивного настроения. Ну и, чуваки, давайте с вами договоримся честно. Если вам нравятся различные челленджи в моих роликах, тогда поставьте лайкосик под видосик, чтобы я реально видел, нравится или не нравится. Потому что если не нравится, прям так и говорите: не нравится, а если нравится, с вас лайкос. Если будет много лайков, почаще будем это делать. Но мы не будем тянуть, погнали быстрее начинать нашу супер рубрику. Чуваки, пришло время проверять нашу удачу и посмотрим, за кого будет играть Алиса в этом видосе. Потому что кому-то она выберет развалюхи, а вот кому-то самые крутые мотоциклы. Кстати, я же не показал, что у нас. У нас есть электро, самокаты, крутые BMX-ы, мопеды, трициклы, моноколеса, бати, спортивный байк, а также B-цикл. Ну и самый крутой, ребята, под числом 8, это байк из Ренуар. Я чувствую, он будет у меня в коллекции сегодня стопудово. Ой, да конечно, он у меня в коллекции будет. Ой-ой-ой, ну раз такой уверенный, давай проверим, что тебе сегодня достанется. Поэтому, Алиса, назови к этому крендибовелю первое число от 1 до 8. Алиса, давай-ка выбери мне крутой байк. 8, 7, 6. Число 8. Я сказал! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Она перепутала меня с тобой, наверное. Что-то не разузнала меня. Алиса, ты что, предатель, импостер? Ладно, второе число, Алиса, называй. От 1 до 7. Алиса, давай идем по плану семерочка. Число 7. Нет, давай. Выпало число 7. Ты кого слушаешь? Это что за подстава? А у меня что, велосипеды будут, что ли? Ну, конечно. Ребята, мотоцикл, ты что собрал самый крутой мой мотоцикл себе? Это Алиса, мой братуха. Алиса, просто. Алиса, пожалуйста, ради меня развалюху одну выбери ему. От 1 до 6. Алиса, не слушай этого шлепу, пятерку называй, давай. Нет. Число 6. Да ты офигела! Красава! Как так работает? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Она вот чисто этот... самые последние байки назвала. Самые крутые! Стой, ну если она тебе назвала такие крутые байки, наверное, она меня тоже назовет самые крутые байки. Поэтому, Алиса, давай вот так попробуй сейчас развалюху выбрать. Итак, первое число для меня. От 1 до 8. Алиса, давай-ка ему 1, 2, 3. 2. Ай, да ты какой! Ё-моё, в смысле? Сейчас я отвечаю, вот это будет и вот это еще. Ребята, подстава! Ты чё, подговорил её, что ли, на тебе? Поставьте лайк, это такой троллинг. Итак, Алиса, второе число. Назови, пожалуйста, немного получше. От 1 до 7. Алиса, идем по плану число 1, либо 3, пожалуйста. Ну, Алиса... Выпало число 7. Число 7, спасибо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. О, да! Повезло тебе. Блин, я на велике столько времени потрачу, наверное. Ну и последнее число, чуваки, давайте спросим. Алиса, назови его от 1 до 6. Алиса, давай ему единицу, пожалуйста, электросамокат. Ну-ка. Выпало число 5. Выпало число 5. Получается, чуваки, это смотрим. Это у нас раз, это два, три, четыре, пять. Ну, такой Бати! Себе обычный. Спортивный мотоцикл. Но, чуваки, самое интересное, что сегодня ровно за 7 минут мы с Пашей должны найти одну машину, одну лодку и один самолет. Ну, так, с такой-то коллекцией, как у вот меня, этот... я на изи найду все. Давай! Вообще. Ой-ой-ой, найдет. На счет 3 запускаю таймер. Раз, два, три, поехали. Все, чуваки, полный газ. Да ты капец, ты хочешь хоть на военную базу можешь уехать, а я 100 лет буду ехать дома. Наконец-то, удачи тебе! А ну, здоровье, велосипедист мастер едет! Так, а ты что будешь первым делом воровать? Летающая, плавающая или едущая?
смотри, так как у меня сегодня крутая коллекция байков, да, мне кажется, я начну с полета. Вот, найду какой-нибудь самолет и поеду как раз на военную базу. Ладно, ладно. Чуваки, раз сегодня у нас летающие, плавающие и наземные тачки умножить своровать, это, кстати, вы писали челлендж в комментариях, потому что я вас спрашивал, то давайте сегодня проведем трое догонялок. Прикинь, три догонялок подряд. Трое догонялок, ты да, чё? Да, догонялки по воздуху, по земле и по воде. Мне кажется, такое бы очень круто понравилось всем зрителям. Ну это стопудово лайк, потому что такого не было у нас никогда. Я бы, кстати, вот этот транспорт, чуваки, вот именно вот этот, угнал бы для догонялок по земле, поэтому давайте высматривать припаркованные бигфуты вот такие вот красные. Ты там мини-купер, что ли, нашел, а? Нет, бигфут тут мимо меня проехал, я думаю, бигфут угнать. Да, самый здоровый. Мини-купер, я чувствую, что это мини-купер, не обманывай меня. Какой мини-купер? Ладно, вот ты чувствуешь, а может, ты неправильно чувствуешь. Так, чуваки, первым делом едем на пляж, потому что именно на пляжу самые гигантские парковки встречаются. Давай. Ты сначала будешь наземный транспорт искать, да? Да, я буду наземный, потом плавающий, а в конце полечу водный. Ой, водный, говорю, этот летающий воровать. Ну, точно? Давай, это самое летающий. Так. Я потому что уже заезжаю в военную базу, чтобы чего? Найти там крутой самолет. Куда ты на военную базу? Ну да, у меня же байки за ренуар с нетрускорителем. Да ты охренел, на какую военную базу? Так, ребята, можно для догонялок угнать велосипед, кстати говоря. Но его почему-то на скейт-площадке нету. Эй, я надеялся, я ехал сюда на скейт-площадке, чтобы велик угнать. Я тебе дам совет, ты можешь угнать свой же мотоцикл, точнее, у тебя велосипед. Мотоцикл свой угнать? Нет, запрещается, ты офигел, что ли? Да и велики угонять нельзя, чуваки, а то нифига себе. Я бы тогда на этом остался бы, на байке за ренуар. Так, чуваки, я знаю, где-то тут сдаются в аренду тоже велосипеды. Один тебе, другой мне, третий себе. Ребята, я нашел. Вот они! Что ты там нашел? Кажется, или подожди-ка, или может быть вот это получше будет. Да, я нашел еще круче себе транспорт. Да что ты там нашел? Давай рассказывай. Я скажу, для догонялок на земле я выбираю самый, мне кажется, удобный и самый лучший транспорт. Самый? Да, я попробую угадать. Так, давай. Ты говорил, это мотоцикл, да? Мотоцикл по-любому, чего? А? Ладно, да, это мотоцикл. Я хотел велосипед угнать, но подумал, что мотоцикл будет побыстрее велосипеда, хотя велик умеет прыгать. Эй, я даже не знаю. Ладно, чуваки, самое главное, что первую галочку мы ставим, первый транспорт на земле у меня украден. Мне кажется, тебе сегодня будет хана по полной, потому что на военной базе стоит очень даже хороший самолетик. Давай, он сейчас все время свое потратит. Блин, ну у него самые фиговые, самые вообще обалденные байки. Так. Ладно, паркую свою первую коллекционную машинку, чуваки, вот прямо вот так. И у нас остается по времени еще... Сколько? Половина. Так, стой, нет, это последний мотоцикл, у меня вот этот второй был. Блин, сейчас на байке за Ренуар тоже на военную базу, значит, поеду. Стоять! Леха, ребята, а ты посмотри-ка наверх! Ты посмотри в базу, кто там летит! Я тебя не вижу! Эй, ты меня там ног на башку не приземлись, и мотоцикл не взорви, пожалуйста! О, я лечу прямо туда! О, я тебя вижу! А, нет, вот это ты что ли? Сумасшедший, ты чё? Пацаны, как приземлиться тут? Дайте мне посадку, пожалуйста! Ты нафига своровал такую бандурину? А мне чё воровать? Так он военный, он крутой, большой! Ладно, как я и говорил, я буду воровать водную тачку! Я случайно прыжок нажал! Так, смотри, тут ездит парусник, точнее плавает. Паша, хватит тебя приземлить, мне страшно. Я пытаюсь приземлиться, уйди, пожалуйста. Я нашел гоночный катер, кстати говоря. Может быть, его надо на догонялке забрать? Так. Катер, подожди. Да, а гоночный, вот, кстати, спортивный. Я знаю, что придумал, можно водный угнать. Можно угнать этот гидроцикл, он же быстрый, по сути, только его найти. Точняк, гидроцикл, погоди. Ой, нет, стой, или катер все-таки. Катер, они тоже быстрые. Но гидроцикл, он по размеру маленький, поэтому, в принципе, подойдет. Довольно неплохо. Ну, по-любому, он маленький, да удаленький, крутой. Вот он, раз гидроцикл, вон там два чуваки гоняют. Ну-ка, люди, с дороги! Я хочу тут найти точно самый крутой гидроцикл. А вот что, погоди, а что это я тебе даю подсказки, не понял, спасибо за подсказку! Гидроцикл, мне кажется, самый... Угоняй квадроцикл. Яхту угоняй. Какую яхту? Не, иди ты нафиг с этой яхты. О, вот этот, вот до него можно, в принципе, доехать. Оп, все, коснулся. Я его угоняю. Ребята, баклажаны и лаймовые, такой апельсинчик. Все, смотри, второй транспорт найден. По времени остается сколько у нас? Прошло 4,5, сейчас математика, физика. 2 минуты 30 секунд, если не ошибаюсь. Блин, за 2 минуты мне надо найти, получается, наземный транспорт. И получается еще водный. Я не могу его найти. Погоди, а мне осталось найти только летающий транспорт. Так, что есть?
если... Что? Ребята, точно, подожди. Ну смотри, ты угнал военный самолет, да? Блин. Да, да. А я до военной базы не успею, наверное, доехать. Так, у меня есть одна задумка, одна идея, что можно угнать. Покой. Но я, мне кажется, не успею доехать. Ну, я знаю один летающий транспорт такой секретный, да. Только он не в аэропорту. Секретный блин, летающий в аэропорту находятся фиговые тачки. Ты чё, приземлился? Да, да, я приземлился. Это идеальная парковка всего на вашем плейдинге. Идеальная парковка у меня, ребята. Раз, два, три. Вот так. Оба! 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 Оп! Все, припарковался. Учись, студент! Лёха, я кое-что забираю маленькое наземное испытание догонялки. Как ты думаешь, что это такое? Ай! Мини-купер стопудово! Нет, о, это еще меньше, чем мини-купер. Еще меньше! А что это? Велосипед? Велосипед! BMX! Да ладно! Красного цвета. Нет, ребята, это невозможно. Так, берем максимальный разгон. Ладно, я попробую тогда сделать один лайфхак. Я не знаю, получится, не получится. По идее, у меня мотоцикл трюковой выпал, поэтому давайте-ка на трюковом мотоцикле сделаем один небольшой трюк. Ладно, хоть бы получилось. Раз, мне интересно, два, что три. Там так, дальше там угнать? Мне нужно просто найти какой-нибудь ближайший трамплинчик. У меня получится, да, кое-какой трюк сделать. Так, ребята, надеюсь, получится. Давай, ола! Давай мотоцикл, давай, ты сможешь. Пожалуйста, ты пожалуйста. Взял, летит. Так, так. Ребята, быстрее. Давай. Ты получилось. Чё, летун? Офигеть. Ой, погоди, Паша. Сейчас главное, чтобы все точно до конца получилось. Ребята, контролируем. Бак сработал. Так, а куда ты отправился? Это чё? Очень легко и просто. Я же скилл-тестер, скилл-мастер. Ой, главное, да только на гору не приземлиться. Я просто по времени успеваю. Так, нет, тихо. Глади. Давай, так, Лёха, я лечу. Знаешь, куда, Паша? Куда? Прямо на завод. Вот туда, вот на туда, завод? Вот туда. Зачем вот туда, тебе вот на завод? Стоять! Это что сейчас было? Меня мотоцикл ночью подбил на парашюте. Давай! Что? Это какая-то уже битва парашютистов получается. По времени смотри. Время на исходе. Но, чуваки, я это сделал. Я вспомнил, да, что на заводе. На заводе находится летающая тарелка, чуваки. Быстрее залазь. А где залазь? Так, а как мне сесть? Нет, подожди. Стой, где-то что был? Там надо садиться специально. Да, я внутри. А как? О! Все, Паша, жди меня. Я уже лечу к тебе. A few minutes later. Делаем супер маневры, чуваки. Аккуратно. Вот так. Я тебя не верю, где ты? Паша, я уже тут. Ой, чуть этот самолет дергается. Летающая тарелка. Аккуратно, сейчас будет жесткая посадка. Аккуратнее, мой самолет. Как тебе такое, Илон Маск? Ну-ка, чуваки, а я могу выпрыгнуть? Смотри. Ой, а что она падает? Ой. Взорвалась. Нормальный. Погоди, у меня сегодня есть, смотри, раз, мотоцикл, потом вон там гидроцикл, и третий это летающая тарелка, которая теперь тут воткнулась. Ну, у меня, смотри, что у меня есть. Что у тебя? Есть там BMX, есть большой самолет. BMX, самолет, и что там еще? Вот катер припаркованный. А, нифига себе. Ну что ж, чуваки, давайте проверим сегодня, у кого коллекция будет круче. Ну, а вы отдельный лайк поставьте, как я за отведенное короткое время успел долететь прямо до летающей тарелки. Мне кажется, мега эпично. Ну что ж, погнали к нашему супер-тюнингу. Ну, а теперь, чуваки, мы пересели на свои первые наземные транспорты, на которых проведем первые из трех догонялок. Короче говоря, сегодня я угнал мотоцикл, Паша взял велосипед и зачем-то бронежилет одел. Эй! Это защита! Давай! Ты чё? Это что такое? Эй! Летающая тарелка, ты куда полетела? Короче говоря, чуваки, именно вы в комментариях писали, чтобы я ворвал мотоциклы, потому что мотоциклы вы советовали мне для догонялок. Также предлагаю и в этом видосе написать, какие самые лучшие тачки подходят к испытаниям. Например, для гонки Lamborghini, для внедорожья Bigfoot. Так что посоветуйте, буду воровать чаще по вашим комментариям байки или, например, тачки. Ну а мы начинаем первое испытание. Правила такие: за 2 минуты кто уезжает от воды, получает первый балл. И все, а кто не уезжает, тот ничего не получает. Наль! Ну что ж, даю тебе 3 секунды, Паша, на счет 3. Раз, два, три, уезжай. А теперь 3, 2, 1, погнали. Кручу педали. Если я его касаюсь, чуваки, он остается водой. Ой! А я велосипед не стал угонять, потому что он медленный. А теперь. Ты давай, невоевренный. Хедшот. Коснулся, ладно, хорошо. Давай, апельсин. Ребята, я придумал. Я от него буду прятаться на кино. Нифига себе маневр, я пошел к бабам проехал. Да, Леха. Что? Догнать не можешь меня? Ну-ка. Догоню. Давай, иди сюда, ты. Учись, студент. Вот так умеешь? Ой, не получилось. Студент, иди сюда. Стой. Опа. Я уехал. Я далеко уехал. Я далеко. Здорово,
Вот это лайк, она значит. Пока! Так, что такое? Давай. Догоняй. Да хватит так делать! Я быстрее него, поэтому, чуваки, оба! Да! Да ты, да нет! Чё, прыгать не умеешь-то? Да у меня боевые высоко не прыгают. Я тебе говорю, я могу куда угодно сегодня уехать, куда угодно. Давай. Да. Бам! Коснулся, что ли? Давай. А теперь моя очередь касаться. Стоять! Не догонишь! Ух, нифига себе. Так, стой, мистер охранники, остановите преступника. Он людей убивает. Итак, на! Пока! Что? Так это я тебя катапультировал. В смысле, да, серьезно, ты коснулся? Да, я коснулся. В смысле, не коснулся, что ли? Ой, коснулся. Я тебе сейчас коснусь. Так, чуваки, план Б. Смотри, скилл-тест. Оба. Куда полетел скилл-тест? Вот так умеешь? Нет, так не умею. Все, так не умеешь? Все, свидуля-дедуля. Так, а теперь, чуваки, уезжаем. Он ручной, у тебя все автоматически. На, коснулся. Ты осветил, что ли, прям по башке. Так, сколько по времени остается? Еще примерно 30 секунд. Нет! Уезжаю. Куда ты собрался? Апельсин. Чуваки, есть один плюс, его очень легко вычислить, потому что такую оранжевую бошку не потеряешь. Не догонишь меня, не поймаешь. Ты нормально, пока. Я тебе коснулся так-то. Давай, ты воду уже. А это ты воду уже, пам! Ребята, я не понимаю, это либо байк неуправляемый, либо я стал криворуким каким-то, я не помещаюсь в проходы. Вот у меня байк неуправляемый вообще на 100%. Неуправляемый, 10 секунд примерно. Стоять! Я догонишь меня. Ребята, катапультируйся. Стой, нет, я успею. Иди сюда, давай. Ты где? Время вышло. Где я? Вот тут, возле пальмы. Давай, подъезжай ко мне быстрее. Все, получается, я проигрываю, у Паши есть первый балл. Ну, а мы меняем тачки и переходим ко вторым догонялкам. Ну, а теперь, чуваки, посмотрите на мою супер тачку для водных догонялок. Точнее, супер лодку. Я угадал гидроцикл по Пашиному совету, кстати говоря, а ты угадал катер. Подожди! Так, стой, он быстрее, он точно быстрее меня. Но стой, я маленький и проворный. Итак, правила те же самые. За 2 минуты кто уезжает от воды, получает 1 балл, а кто ничего не получает, дырку от бутылка. Только начинаю я! Да, начинаешь ты. Поэтому, ребята, Паша отчитывает 3 секунды и запускаем таймер. О, уже! Давай. 2,5 и 3! Ой, ребята, смотрите, хитрый. Давай, догони меня, попробуй. Ой. Самый быстрый катер в мире! Ты что, с ума зашел? Какой самый быстрый катер? Нет, я назад, обратно! А, куда назад? Ты что, поехал? Это была моя тактика секретная. Да. Ой, нас не дули, что такое? Слушай, не дули. Пропустите, нет! Что это, апельсин? Нет, стой, уходи, дай прыгать. Да нет, как так-то? Понятно, хорошо. Давай, иди сюда. Ой, в ловушке-то остался кто-то. Все, Паша, ты вода. Давай, полный вперед. Чуваки, теперь на бордаж. Я придумал. Знаешь, куда я поеду? Я поеду в туннель, водный туннель. Братуха, подвези тебя. Подожди, какой туннель? Нет, стой, секундочку, я за тобой. Оп, замаскировался. Чуваки, так он меня найдет. Ой, замаскировался, я тебя сейчас. Это не я. Ты капец. Это мои братья маскировочные тут были тогда. Мне повезло. Я не могу проехать! Я просто крутой, пока! Меня тут толпы избивают! Стоять! Я тебя вижу! Нет, я заворачиваю, не отсюда! Ребята, ай! Не догонишь? Ладно, повезло тебе! 1 минута тем временем прошла, и чуваки... Ой, кого-то проблемки! Что такое? Нет, все нормально! Ай! Да ё-моё! Как его управлять-то? Уйди! Всё, тебя точно коснулся! Я тебе ещё там крышку сделал пропеллером! Помогите мне, пожалуйста! Нет, Паша, разворачивайся, и теперь меня догони! Давай! Что такое? Я поехал вперед, пока. Да, да, подожди, стой, я. Просто минута 20, чуваки, уже прошла. Остается сейчас 40 секунд. Так. Вот в этой гонке я должен победить. Так, резкий тормоз. Оп! Коснулся! Давай. Что такое? Ой! Чего? Эй! Ты на сушу забрался! Так, не понял, это что такое? Я помогу, подожди, сейчас. Сейчас помогу. Да, легко. Так, подтолкнуть тебя дубиночкой, да? Да, подтолкните меня, пожалуйста. Касание есть, Паша, все. Давай, я пошел дальше, поехали. А помощь забудет! Все, ты вода. Так, давай, и заводись. Давай, погнали. Чуваки. Давай, у тебя остается примерно... Ой, у тебя еще полчаса есть, давай. О, полчаса, нормально себя догоняешь. Так ты направо не повернул. Давай, поезжай. Все, время вышло, пока. Что? Да, время вышло, а я получаю 1 балл, чуваки. Ну что ж, а мы меняем наши летающие теперь тачки и переходим к следующему финальному испытанию.
Ну и наконец-то, чуваки, я починил свою летающую тарелку НЛО, а Паша взял свой самолет из военной базы. Ну и у нас будут воздушные догонялки. Также, кто кого касается, становится водой. И за 2 минуты узнаем победителя, потому что счет у нас на равных. Ну что ж, ты отсчитывай три, а нет, я отсчитываю 3 секунды, а ты улетаешь. Да-да. Раз, улетаю. Два, три. А теперь, ребята, турборежим включаем на тарелке. Погнали! Нет, догонишь меня! Нет, у меня коснулся. Коснулся, это ладно, было легко. Ладно, а теперь, ребята, улетаем, пикируем. Самое классное, что Паша меня не сможет именно на земле догнать, потому что у него крылья широкие, а я могу куда угодно взять, ну, и спрятаться. У меня просто большой самолет, он не очень-то управляемый, но я тебя все равно догоню. Давай, я сейчас на парковку припаркуюсь, смотрите, мне кажется, он тут меня точно не достанет. Давай, Кризель, 25 секунд. А ты вообще где, подожди? О, я даже карту не включил. А карту включи, посмотри. Я улетел на Луну. Где я? Нет, тарелка — это читерская тачка, поэтому я ее сегодня и выбрал, чуваки. Но аккуратно. У моего самолета есть ускорители, поэтому я касаю тебя, бам! Давай, ускоритель. Окей, я еще турборежим не включил. Турборежим на букву Е нажимается и... Я даже так догоняю. Эй, стоять! А теперь турборежим, давай! Турборежим вниз! Ой-ой-ой, ну-ка, от первого лица. Ой, от первого лица могу даже летать. Так, стой. Пока, Леха! Так, чуваки, касание! Ладно, коснулся, сейчас я разберусь. Знаешь, в чем плюс моей тарелки? То, что она большая, я могу любой стороны тебя касаться. Вот именно, у меня же самолет, а у тебя не пойми, что вообще какая-то фигня. Да, я НЛО. Точно, чуваки, я же НЛО! Пока, я полетел на родину к себе. Какой космос, ты что, в космос? Полный вперед! Погоди, ты пропал у меня, ты где? Я куда? Я на Луну полетел. Давай! Ты что? Давай! Обалдеть! Лунный мальчик! Ребята, это лайкос. Все, Паша, давай, я на Луне уже нахожусь. Погоди, ты вообще где? Я лечу в космос. А я застрял. Я завис. А нет, все нормально, отвис. А я могу повернуть даже. Ты посмотри, куда я взлетел. Сколько по времени остается? Это слишком читерско, не надо делать. Да, у тебя остается ровно 10 секунд, Паша. А ты меня видишь вообще, а? Я тебя не вижу, я выше облаков и все. А, бой, я тебя тоже вижу сейчас, это сейчас догоню. В смысле видишь? Вот, я сверху, я выше, чем ты был. Серьезно? Выше меня? Да, я вот выше, сейчас лечу вниз. Давай, приземляйся, ребята. Но за это давайте сегодня наберем кучу лайков. Ты где? Желтый. Я вот, я снизу прямо сверху, точнее. Я его вижу. Ну, получается, все, я получаю еще один балл. И сегодня со счетом 2-1 у меня победа! Ну а по окончании видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. Ну а если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ну что ж, чуваки, а на этом видос подходит к концу. Кому понравился, ставь лайкос. Ну и обязательно в комментариях пишите, какие тачки к испытаниям подойдут лучше всего. К догонялкам, гонкам или, например, толкучкам. Ну а с вами всем был Джайл Флэзин. Ссылка на Пашу будет, как всегда, в описании. Не забывайте также переходить и подписываться на него тоже. Всем удачи, всем пока, чуваки. Всем пока, нара.